блядь, бесстыдно, это слишком интимно. Сейчас, подождите, я музыку вам сделаю тише, а то что-то там мне донесла птичка, что громковато слишком, да? Короче, это такой кринж, нахуй, я не знаю, мне так стрёмно этим заниматься. Сейчас я объясню все. Во-первых, приветики, а? Магазин на диване, тупо. Слушайте, во-первых, пожалуйста, оцените, знаете что? Сейчас я посмотрю, как вообще это выглядит. Мне неудобно, пиздец.